Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед лаунчем ролика хотел бы вас посоветовать группу проекта Astra Roleplay. Этот проект пока что находится в стадии разработки, но здесь уже проходит конкурс и идет набор лидеров. Также выходят новости по обновлениям и так далее. Поэтому, кому интересно, ссылочка на группу проекта будет в описании и ссылка на их форум также будет в описании. Заходите, смотрите, интересуйтесь. Если хотите, можете оставлять заявки на лидерку. Желаю вам всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня вторая часть, получается, про эксклюзивные скриншоты нового модпака. Сегодня будет всего 5 скриншотов, но они будут довольно-таки очень интересные. На всех 5 скриншотов будут у нас новые винилы, пацаны. Новые винилы — это всегда хорошо. Большое спасибо, я, конечно же, хочу сказать в Роме. Это модпаки на проекте Amazing Roleplay. Вот вы сейчас на экранах видите его группу, Netcool. Здесь выходят самые интересные новости по модпаку, разные голосования, поэтому подписывайтесь обязательно, ссылочка на эту группу будет в описании, да и вообще все ссылочки будут в описании, поэтому заходите, смотрите, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы переходим, в принципе, к скриншотам. Ну что ж, вот у нас 5 скриншотов, пацаны, все они очень интересны, поэтому, пацаны, ставьте лайки. На предыдущей серии вы не брали, к сожалению, 300 лайков, но вы набрали 200 лайков. Давайте постараемся на этой серии набрать именно 300 лайков, то есть 3 соточки набрать. И, возможно, выйдет еще третья часть, пацаны, поэтому все зависит только от вас. Если будет активность, то я еще попрошу Рому скриншоты, и выйдет третья часть, получается. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все ссылочки, если что, есть в описании. Итак, 5 скриншотов, сегодня мы их посмотрим. Также хотел бы напомнить, что играя на первом серии Amazing Roleplay, Моник вы сейчас видите на экране. Не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 10 уровне вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Amazing Roleplay. Ну что ж, давайте посмотрим новые скриншоты. Я вот так вот все это отмечу. И сейчас мы это все подробно посмотрим. Открываем. Итак, первый у нас скриншот. Повторюсь, что 5 скриншотов будет всего лишь, но они очень интересные. Так, первый у нас это Audi RS6, получается. Давайте ее подробно рассмотрим. У нее стоит вот карбоновый такой, получается, ну, под карбон капот сделан. Орфография интересная, в принципе. Я не понимаю, что это такое, но похоже на что-то гоночное. Возможно, это винил какой-то гоночной команды, либо еще что-то. Ну, очень похоже. Какие-то спонсоры, типа, видите, по бокам нарисован. Ну, винил довольно-таки симпатичный. К сожалению, я не вижу ту сторону, но, скорее всего, там тоже что-то есть. Реально винил выглядит довольно-таки неплохо. Это у нас RS6, повторюсь, квадро, все дела. Панорама есть. Ну, моделька довольно-таки прикольная, и винил на ней смотрится довольно-таки хорошо. Итак, следующий скриншот — это у нас Ford Mustang. Я, кстати, не знаю, почему на нем этот винил, потому что этот винил я видел на Dodge Challenger там 1969 года, по-моему. Давайте, кстати, вам его покажу. Вот, заходим, и вот здесь есть такой вот Dodge Challenger, по-моему. А, Charger, называется Charger 1969 года. У него есть вот такие вот, такой же винил у него есть, короче, вот, я думаю, вам видно это, то у него в точь-точь такой же винил есть. Ну, я не знаю, почему Рома решил его взять, но выглядит тоже довольно-таки неплохо. Винил очень похож на то, что мы, в принципе, видим. Вот, даже с крыши можете посмотреть. Точно такой же винил, вроде бы как. Да, точно такой же винил. Ну, конечно, винил взять типа с Dodge и на Mustang довольно-таки интересная затея. Ну, мне, честно говоря, нравится. В этом свете неплохо смотрится. Мне просто интересно, скорее всего, он не будет краситься. Он будет именно вот такого вот ярко-оранжевого цвета, скорее всего. Я так понял. Ну, выглядит довольно-таки неплохо. Кстати, вы там писали, типа, вот, все это время он занимался только этим. Пацаны, Рома мне скидывает не все скриншоты, понимаете? Если он скидывает тебе все, это будет потом вам неинтересно, если я вам солю все скриншоты новых машин, винилов и так далее. Поэтому он мне всего лишь скидывает часть этих скриншотов, и я их показываю вам, понимаете? Работа идет, пацаны. Сделано много работы, просто все он вам не показывает. И в том числе мне он тоже все не показывает, и не все он мне скидывает. Поэтому вы должны это понимать. Короче, идем дальше. Неплохой винил, мне нравится. Так, следующий винил — это у нас, пацаны, классика, пятерочка, да, пятерочка, это не семерочка, пятерочка. Будут винилы на вот эту модельку. Один из винилов можете посмотреть, кстати, в группе, ссылочка в описании на группу Ромы. Здесь у нас типа винил акула, как на BMW, я не помню, D30, по-моему, этот винил был, типа, акула такая. Ну, блин, мне кажется, я уже просто вижу, как сколько этих машин будет на серии, потому что, ну, тазы всем, в принципе, нравятся,
я думаю. Много новичков, я думаю, будет эту тачку покупать и ставить на нее винил. Ну, очень круто, на самом деле, что Рома наконец-то добрался до тазов. Как по мне, вот это самый красивый винил, который есть из 5 скриншотов. Сейчас мы его подробно рассмотрим. Он какой-то очень яркий и выглядит довольно-таки очень прикольно. Расцветка гоночная, я так понял. Номер 210. Пистолет какой-то или что-то там написано. Пистонс какой-то. Не знаю, типа спонсорский какой-то винил, возможно, гоночный и так далее. Кто шарит, напишите в комментариях. Но из всех 5 скриншотов мне этот винил нравится больше всего. Последний скриншот, да, пацаны, последний скриншот, это у нас Nissan Skyline. Ну, я думаю, все понимают, откуда взят этот винил. Это винил из Форсажа, по-моему, второго, если не ошибаюсь. Да, по-моему, из второго Форсажа этот винил Nissan Skyline R34. Ну, довольно-таки прикольно выглядит, мне нравится. Из прошлого взять этот винил, то есть из Форсажа, и он его добавил на вот такой вот Nissan Skyline. Конечно, эта машина не пользуется каким-то большим спросом, но я думаю, любители по-любому найдутся. Итак, пацаны, я уже закончил видео, но тут мне Рома скинул еще один скриншот, очень интересный. Давайте, в принципе, на него посмотрим. Как бы у нас 5 скриншотов было, и 6-й, получается, вот он. Давайте его рассмотрим подробно. Это довольно-таки интересно, пацаны. BMW, я честно не помню, по-моему, M3, если я не ошибаюсь. По-моему, это M3 старая, E36 кузов, либо что-то типа такого, пацаны. Кто знает, напишите. Я просто точно не помню, давайте посмотрим. Ну, откуда этот винил, я думаю, тоже вам нету смысла объяснять, потому что... что, ну, я думаю, все играли в NFS, и этот винил именно оттуда. Ну, выглядит довольно-таки неплохо. Я так понял, Рома добавит вот такой вот BMW, и на нее можно будет поставить вот такой вот винил. Выглядит очень внушительно, я бы сказал. Также вот вид сзади, ну, вы его плохо будете видеть, вид сзади, но... А так, я думаю, вы имеете представление, как это вообще будет выглядеть, в принципе, в игре. Я считаю, что это круто, то, что он взял там винил из Форсажа, из Need for Speed'а и так далее. Это очень прикольно, пацаны. Поэтому с вас обязательно лайк. Ну что ж, пацаны, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если вы хотите третью часть, то обязательно ставьте лайки. На прошлой серии мы не набрали, повторюсь, 300 лайков. Но давайте постараемся на этой серии набрать 300 лайков. Повторюсь, все ссылочки есть в описании. Ссылка на группу, получается, Рома есть. Мой промокод, IP, все есть в описании. Всем спасибо за просмотр. Повторюсь, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, все есть в описании. Всем пока-пока.